22-я годовщина убийства нашего товарища Бориса Немцова. Уже 2 года существует народный мемориал на месте убийства его на Большом Москворецком мосту. Сегодня мы приехали на кладбище для того, чтобы ставить цветы, почтить его память. И сегодня же вечером, в то время, когда он был убит, в 23:30, мы планируем собраться на мосту для того, чтобы положить цветы уже на место гибели Немцова. С мостом связано очень длительное противостояние с работниками московской мэрии, с работниками городских служб. Практически каждую неделю либо какие-то провокаторы, либо какие-то отморозки, либо непосредственно сотрудники Гурмоста приезжают на место убийства Немцова и крушат, собственно, народный мемориал, ломают портреты, топчут цветы, забирают, запихивают их в мешки. Ну и казалось, что вот сегодня, в ночь на годовщину убийства, они как-то будут себя поприличнее вести и проявят уважение, отдадут как бы дань памяти нашим погибшим товарищам, проявят уважение к нашей скорби. Ну, ни о каком, конечно, чувстве такта у этих людей говорить не приходится. Буквально в ночь после марша памяти Немцова, после того, как люди принесли очень много цветов, приехало несколько машин, распихали по мешкам и портреты, и цветы, и увезли их в неизвестном направлении. Пустили утку о том, что якобы цветы привезли сюда, на кладбище, но это вранье, естественно. Цветы просто забрали и выкинули, видимо, в помойные ведра. Но ничего страшного, мы принесем еще цветы и будем приносить столько, сколько потребуется. И добьемся, рано или поздно будет установлена памятная табличка. И я уверен, что рано или поздно Большой Москворецкий мост будет назван именем Бориса Немцова.